период пандемии к целенаправленным и оперативным мерам, предпринимаемым государством, присоединяется и узбекский бизнес. Его представители вносят свой вклад в доставку необходимых изделий медицинского назначения и востребованных товаров из-за рубежа. Борт из Китая встретила наша съемочная группа. Сегодня, в период сложной эпидемиологической ситуации во всем мире, уделяется большое внимание борьбе с распространением вируса. В Узбекистане активно продолжаются работы по своевременному выявлению больных в период карантина и их возвращению к здоровому образу жизни. Достойно внимания и то, что в эти дни растет число крупных компаний и организаций, которые хотят внести свой вклад в общее дело. Так, компании Hyper Partners в Узбекистане из Китая специальным рейсом был доставлен гуманитарный груз. Мы решили внести свой вклад в благотворительные мероприятия. И со стороны нашей компании Hyper Partners были закуплены изделия медицинского назначения и завезены в Узбекистан. Все эти медизделия передаются на безвозмездной основе. Надеемся, что в скором времени сможем победить пандемию коронавируса. Этот гуманитарный груз весом более 40 тонн включает в себя специальные койки, аппараты искусственного дыхания, защитные комбинезоны, медицинские перчатки и маски, а также антисептические средства, необходимые в лечении и борьбе против коронавируса. Теперь этот груз будет передан в распоряжение Министерства здравоохранения Узбекистана.